по сути, соорудил этот гол, потому что Костровит. Видимо, спалить хочет. Хорош пас на Кьезу. Кьеза мяч, наверное, обработал. И пас классный делается. И, по-моему, все же даже был офсайд у Кьезы, потому что на этом повторе заметно, что Кьеза... Получит как тут. Костровили. И потому что мяч в руку попал Беренгеру. Ну, по крайней мере, по версии у него был великолепный прошлый чемпионат. И даже... Стравили! Захотел обыграть. Ой, да, мяч ведут. Линетти. И столкновение с Ринконом, который арбитр. Снова Рибери. Костровили. Кьеза. Дза-дза. Дза-дза. Можно в этом убедиться. Стравили. Две желтые карточки. Который очень интересную команду собирает на новый сезон. Опасный. Дзодзо. Хороший подкат. Мяч достался в итоге. Стравили. Направо. Кьеза. Стравили. Хорош пас направо. И Кьеза вбегает в штрафную. Опасный момент. И гол! Костровилли забивает мяч в ворота Торино. Я не знаю. Комиссо. Смотрим. Конечно, Кьеза просто браво. Бежал он в штрафную на дальнюю штангу. Он так уже действовал минут 5 назад. А здесь уже на дальней штанге оказался Костровилли, который мяч... Костровили, как он пробил. Смотрим за ударом Костровили. Он Швидой. Технично. И еще и перевод на Костровили, который так кураж поймал, это очевидно, после своего гола. И теряет мяч правозащитник. Костровили. Техничный передач. К которому мы привыкли за последние десятилетия. Даже у соотечественника Лироло. Костровили. Костровили. Удар. Фродор Серегу. Ну что ж. Что ж, Фиорентина неплохо себя проявила. Я думаю, что болельщикам этого клуба есть на что надеяться. Фиорентина. Первая победа в чемпионате. Старт удачный. 1-0. Лукако. Сейчас спортивный директор Ювентуса. Поэтому сейчас Интер готов продать игрока сборной Дании. Костровили. Просто просто непроходимый Миленкович. Костровили. Костровили ждет партнеров. Бираги. Хватало Фиорентины, потому что видите, как тут же появляются возможности. Костровили. Костровили. Куаме. И вот это уже. Безумно хвалим Миленкович. Здесь давайте отметим Янга, который прочитал эпизод и по контратаке. Интер может убежать, поэтому у Фиорентины. Стравили. Кьеза. Како. Стравили. И вот такой пас на свободное пространство. Франк Рибери против Д'Амброзио. Рибери, Рибери, Рибери в штрафной. Выкатывает мяч. Костровили. Удар. Гол! Смотрите, Костровили. Такой пас. Рибери набирает скорость. Мяч сохранил. Развернулся. И дальше, дальше серия обманных движений. Дождался Костровили, который прибежал оттуда. И в итоге, вбежав в штрафную, получил мяч. И вторым касанием пробил в дальний угол. Идеальная комбинация. Идеальная комбинация. Костровили, Рибери. Сенси. Это удар. Страдает из Флоренции. Сенси. Ой, какой пас задумал, но Костровили. Дискуссии, полемики. Но о них пока не будем говорить, потому что важнейшие минуты матча. Интер прессингует и пытается. Нежели то, что признают. Нанголан. Чисто. Играет Борхо Валера.
И еще один. Каларов в штрафную пропускает мяч. Лутаро непонятно на кого. Лахович. Яти тоже, кстати, выигрывали 2-0. Левый край не совсем удачно, но здесь дальше Бонавентура мяч своей команде вернул. И за Костровилле сейчас сбивают в этом моменте, да? Фиорентина что? Оставляет мяч. Каструилли в штрафную. Рибери, Борха Валеро могут получиться довольно опасными, если бы сейчас вот в ногу пошла вход, да, передача Гастону Рамиросу, но там он мяч не смог остановить. А это ответ Фиорентины. Момент как... Душан Лахович. Такое ощущение, что как бы хотел сказать Кристиану Каму. Ну и перевод на противоположный край, наверное, не самый удачный. Тем не менее, Фери руководством отца. Вот в штрафной площади мяч. И таким образом Это уже Гаэтано Костровилле. Куаме. Кондрева. Нет, тут уже неправильно бросить на Куаме, но тут уже вроде бы в осаде находился, да, и теперь вот такой перевод направо. Здесь позицию справа занял Бонавентура. Кьеза на линии штрафной, но по Джелло. Опорные полузащитники 6-й Алден Эгдали и 18-й Мортен Торсби. Флоренции. И если он считает, что это... Костровилле. И вот хорошая атака, удар. Нормально так играют команды. Сложно было исполнить, да. Костровилле, штрафной, мягкий навес. Но он уже тянулся к мячу, да, и Костровилле. Справа просил Кьеза передачу. Костровилле находит мяч. Бонавентура. Немножко рискованно. Ну там. Клубом. После Аталанты сезона. Аталанты сейчас. Аскельсон. Это красиво.